Ребята, всем привет! С вами снова Марк Легобой. И это срочный влог, потому что я обещал сегодня выпустить 12-й влог. Но это будет 12-й влог, потому что тот влог на обзор Лего полицейского участка вон того вот. У меня почему-то не получается загрузить. Я сейчас тут парюсь сделать через программку одну, iMovie называется. Тут вон наш 3 часа, а сейчас уже 11 час. Ну, то есть она загрузится довольно долго, будет грузиться. Поэтому я специально это видео срочно для вас делаю, чтобы вы не разочаровались. Вот. Ну, я расскажу как раз о своих, значит, старом новом леге, как его называю, которое я нашел. Полицейский участок. Все вы увидите, не волнуйтесь. Все посмотрите, я все здесь расскажу. Вот, ну и начнем с, значит, наборов, которые я начал потихоньку собирать. Вот я уже собрал два батлпака. Здесь вот такие вот четыре дроида, вот такие две, значит, я не знаю, это командные станции, да? Очень классные такие. Вот. Также я собрал, значит, здесь, все это уже рассказывал в своих предыдущих влогах. Вот есть на этот очень классный набор обзор. У меня на главном канале Марк Легобой. Ссылка будет в описании. Заходите, смотрите. Вот, ставьте лайки там. Не знаю, что еще. Как хотите, комментируйте, подписывайтесь. Но это уже не мое дело. Значит, так, сейчас. Вот. Значит, вот такой вот здесь квадроцикл. Классный тоже. Вот, и дальше идет, я начал собирать, нашел старую камеру, кстати, она очень пригодится для обзоров таймлапс, потому что здесь, ну, она такая нормальная, потому что здесь она, во-первых, такая вроде качественная, я еще не знаю, и здесь много памяти, можно снимать длинные очень видео и урезать их в короткие, как за быстренное ускоренное действие, получится очень круто. Значит, дальше я собрал вот эту свою пушку. В общем, вот такая вот она прикольная. Я ее лично сам собрал. У меня есть, значит, видео, как ее можно сделать, тоже на моем главном канале. Вы заходите просто в, значит, плейлисты MV Customs и находите ее. Там два видео, одна как просто обзор, а другая как ее собирал. Вот, смотрите, собираете, если вам понравится. Вот. Вот. Ну, это в республиканском варианте. Здесь вот такие вот два республиканских герба или, я не знаю, таких символа. Вот. Ну, в общем, вот такая пушка. Далее я собрал, значит, капсулу. Вот такую вот капсулу классную дроидов. Вот. Правда, детали не все у меня получилось найти. Но ничего, хотя бы большинство деталей есть. Это самое главное. Значит, далее я собрал вот такой вот, значит, вот такое оружие. Сейчас я ставлю на подставочку. Такую. Сейчас. На подставочку берем, берем клона на оружие, так, и вот так вот, значит, оно должно прикрепляться здесь. По идее, должна быть такая штука, как у мотоциклов, то есть крепляются руки сюда, и он вот так вот смотрит, то есть вот так вот оно все круто выглядит, только шлем виден. Вот, и он вот так вот, короче, ходит. Вот, и сзади такой специальный батлпак, он тоже здесь, значит, прикрепляется сзади у него такой деталькой, он цепляется, и тут держится ручками. То есть, в общем, вот такое вот получается. Вот, ниже есть видео, значит, и там я вроде бы, там есть один, значит, по-моему, битва на Мандалории, что ли, и там вот есть в такой набор, значит. В общем, вот так вот. Вот, снимаем с моей подставочки, убираем. Вот, и переходим далее. Значит, далее я собрал вот такой вот мини-набор из Monster Fighters. Здесь такой вот классный кристалл. Вот, и вот такой вот классный, не знаю, это как типа мини-лодочка. Ну, не знаю, прикольно. О, кстати, еще одна деталь с этого. Вот. Убираем, переходим дальше. Здесь крейсер республиканский.
по-моему, класса Assault. Я, честно, не помню. Вот. Это из планеток было. Ну, тоже, кстати, что-то странно, почему у меня там этот набор был. В общем, вот так я его очень давно еще купил. Вот. Дальше мы переходим. Такая дженозианская пушка. Да, она так стреляет тут прикольно. Следующее я нашел очень-очень много крыш. Вот такие вот крыши. Классные очень крыши, цепляются. Здесь много всяких уголков, тройные крыши, вот такие крыши. То есть, очень все прикольно. Вот, и можно использовать, я не знаю, их можно домики из них какие-то делать. Можно сделать прототип домика. Сейчас я вам покажу, какого. Все убрали. Сейчас идем к домику, прототип которого можно сделать будет. А, вот такого вот домика. Классный домик, мне он очень нравится, он такой прикольный. Вот, и как раз тут крыши вот такие вот, столько же крыш, только даже больше, есть вот в моей находке, где я все нашел. Значит, далее, сколько видео? Ну, вот, 3 часа, мы грузим его. Ждем, ребятки, ждем. Опа! Вот, ну и, значит, по находкам это... Пока все. Осталось мне собрать еще 2 дженозианских корабля. Один вот такой вот истребитель. Болотный спидер. Вот такой вот. И вроде бы все. Да. Ну, в общем, это был мой 11-й влог. 11-й влог. 2 единички. 1-1. Ой, даже... Нет, 12-й влог. Сори, 1 и 2. Значит, 12-й влог. Вот, это был срочный влог, потому что я пообещал тот влог, но не получилось. Вот, поэтому я выпустил специально это для вас. А завтра вы увидите тот влог, уже 13-й он будет, и он будет на тему вот, вот этой полицейского участка. И завтра же я сделаю видео уже под вечер, правда. Уже буду делать на нее декорации, то есть всякое, не декорации, а мебель ставить туда, всякое, приделаю уже дорогу. И так далее. Ну, короче, это пока все. Скоро вы увидите, как сделать вот такую вот подставочку Лего. И все. И скоро, в скором времени я выложу вот эту вот постройку эту с одиноким рейнджером. Вот. Ну, это пока все новости на сегодня. Вот. Поэтому спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И отличного вам дня!